Ульяновские ТОСы в числе первых в России вошли в число поставщиков социальных услуг. Это поможет общественным самоуправлениям привлечь дополнительные финансовые средства. В ТОСе «Мостовая Слобода», к примеру, работает Центр здоровья. Наши жители устраиваются на работу в ТОС и, как сказать, вот, занимаются как раз с пожилыми людьми, оказывают все виды социальных услуг, которые может ТОС оказывать. Среди оказываемых услуг – доставка продуктов престарелым жителям Мостовой, организация оздоровительных секций и консультаций. Денег, выделяемых на это государством, хватает на то, чтобы привлечь к работе хороших специалистов и закупить необходимое оборудование. Например, палки для скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба – это не так просто, как хотелось бы думать. Есть свои определенные фишки, и их надо использовать, чтобы получить пользу. Да? Все, что мы делаем, должно идти в пользу, а не во вред. То есть не причинить вреда себе. Поэтому это не просто ходьба с палками под мышкой. Это, естественно, нагрузка на суставы, на организм, на тело. Кто жаждет постройнеть, тот стройнеет. Кто жаждет просто походить, привить себе желание двигаться, то, значит, двигается. Организовать подобную деятельность на Мостовой оказалось несложно. За годы, пока на территории Слободы функционирует ТОС, люди привыкли доверять начинаниям и увидели положительные аспекты активности. Кроме того, это стало удобно. Совет врача или занятия с профессиональным тренером теперь проходят недалеко от дома. Занятия даже в первый раз проходят многолюдно. «Москва слезам не верит». Смотрели, наверное, да? Трудно три человека сорганизовать. Три сорганизуешь, остальных уже как бы все... Нормально. Идут люди сами теперь же. Поначалу было сложно, на самом деле. А сейчас сами идут, уже не успеваем перебирать карточки. Сегодня Центр здоровья обслуживает более 200 человек. Желающих больше, их карточки на стадии рассмотрения. Ведь нужно оценить состояние человека, чтобы не навредить его здоровью противопоказанными процедурами. Для организации этой работы пригодилось здание недавно восстановленного силами ТОС-клуба. А соцуслуги помогут оплатить коммуналку. ТОС постепенно уходит в хозрасчет и перестает быть дотационной структурой. Павел Половов, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.